Здравствуйте. Нашел такую штуку, как VK Duty. Не знаю. Я раньше про нее не видел, не слышал. Посмотрим, что это вообще такое. Так, что версия премиум? Вы получите возможность накручивать друзей, подписчиков, ваши речи мне нравится. Вы не вступаете в группы, не добавляйте, не ставьте лайки. Конечно, накрутка не зависит включена от промо-флайера. Доступ к личному кабинету, возможность управления, добавлять, удалять, изменять задания, замораживать или разрывать про версию без ПК. Возможность использовать функцию уникальные комментарии, возможность ставить задания в очередь в списке, возможность добавлять критерии пол, аватар, страна, город, ограничить желаемое количество, лимит прихода. Ага. Возможно, накрутка охвата, возможно, накрутки. Ага. Это я узнал вот отсюда. Ну, короче, опять же, с этого сайта рылся. Вот. При использовании вы можете не волноваться о том, что ваш аккаунт может быть заблокирован сайтом. Все, потому что ваш сайт не участвует в обменах. Окей. Функция накрутки участников группы паблик не функционирует. Почему? 90 это что, рублей? Ага. На нашем сайте вы согласны со всеми правилами. Ага, понятно. В контексте запрещено использовать любые программы. Только для ознакомления. Используя подобные правила, вы можете понимать, что нарушать условия. Угу. Если вы не согласны со всеми условиями, прекратите покупку. Понятно, окей. Ну тут вот как бы скачать программу, да? Просто хочу ее вообще помацать, скажем так, потрогать. Что да как, что к чему. Руководство по использованию. О, нет, это слишком много. Рекомендации. Fuck you. Установить далее. Согласен. Все разбито у меня по дискам программы. Ок. Да, установить. Вы ставите лайк, вам ставят лайк. Все люди, которые ставят лайк, подписываются. Ага. Ну понятно, да, все логично. Как обновить программу? Угу. У меня не переходит по ссылке. Ну понятно. Почему у меня не ставят капча? А, повсегда. Я не хочу по одной версии старой, верните старую. Ага, понятно. Когда выйдет, сколько стоит про версия и через что можно... За не час сколько накрутить друзей, поставить лайк. Вот общего онлайн полета в параметры мне суток. Понятно. Ну да ладно. Посмотрим на саму программу. Угу. Если я куплю про это, как прямо обновиться про версии? Ага. Актуальная версия. Чем дольше находитесь в лайте, тем больше начисляется про. Что это означает? Непонятно. Можно ли запоминать два разных задания? Накрутка в друзей и одарен с этих накрутку лайков. Угу, понял. Воруют ли? Да нет, конечно, не воруют. Забанили. Проверь прямо не совершает никаких действий. То есть вы не вступаете ни в группу, не подаете заявки, друзья. Это вероятность бана стреляет 0% заявки. Угу, понятно. Не накапливается. Начисления про идут раз в 24 следования, ровно через сутки вам начислят про. Ага, я понял. Ну, то есть, если я, например, месяц
ей пользуюсь, то мне там потом на день дадут типа про версию. Работали функции обмена уникальным. Понятно. Ага, то есть я должен. Ага, а почему, ну, нету, не мигает курсив. Ну да ладно. Паузу. Вот, вошел. Для работы приложения необходимо использовать API ВКонтакте. Вы можете создать собственное приложение с помощью мастера, данный метод более безопасный, либо использовать общее приложение. Да пропустить. Да. Как заморозить проверсию? Морозка доступна во вкладке проверсия прям или лично или... Понятно. Не могу авторить, пишет. Не могу запустить программу, пишет. При второй раз пишу, что страница не привязана, хотя она у меня привязана. Хочу перенести прошлое на другой аккаунт контакт. Что можно... Ага. Стой. Ну, можно ли использовать функцию накрутки, не кося программу на компьютер? После покупки проверки на сайте, надо... ага, понятно. Можно ли скачать и запустить две программы на дом пока? Нет, данную возможность мы убрали в целях безопасности вашего аккаунта ВКонтакте. Хорошо. Не могу накрутить репост. Пишет, не прошел фильтра, ваша ссылка не будет. Окей, ладно. Смотрим на саму программу. Ой, какая она такая. Вот такая. Друзей, подписчиков. 32%. Комментарии 5%, голосов в вопросе 8%, лайки, понятно, репостов 22%. Ну, окей, например, главное, куда мне, что мне тут тыкать? Обмен. Накрутка мне нравится. Нет, я хочу, ну вот, ну, где мне зарабатывать, да? Угу. 5000 человек. Ну, за сутки 5000 человек вообще не очень. Накрутка комментариев к записи. Если вы видели... Что мне надо делать? Если вы увидели оскорбительные комментарии, то увидите их и нажмите спам. Это что? Запустить обмен. Окей, ок. Ага. И что произошло, я ничего не понял. Мне нравится. Да нет, ну я же хочу вот... Я не понимаю реально, что мне надо делать и где. Не, я не буду читать мануалы, это не трушно, да? Ну, например, ну, друзья, давай, старт. А, то есть я тут не должен, типа, делать. Оставайтесь правильно, чтобы функции обмена работали. За снятие лайков, удаление комментариев и отписки от, и отписку от подписок, штраф в виде снятия лимитов по обмену. Не понимаю, что... Окей, я не понял. Накрутка уникальных комментариев. Что я вообще ничего не понял. То есть как бы я должен сначала. А, вон, капча вырезала. DQ87.
Так, это стоп. Это я типа в друзья добавляюсь или ко мне 459? Новое. Ага, то есть это и я додаю, и меня додают. Я понял, хорошо. Хорошо. Все. Да. Я хочу теперь поставить лайки, да? Ну, например, вот на... Опять же, возьмем какую-то страницу аренды звука. Это просто интернет медленный. Пока раздуплится. Например, вот комплекты, да? Мы ж помним, что кириллица надо правильно сайт писать. Вот, вот так вот. А ты чё я парюсь, кстати, да, вообще, как бы тут просто должна быть такая кнопочка. А, блядь, у меня вообще интернет мигнул. Сейчас. Угу, я понял. Хорошо. Ну, просто у меня две Wi-Fi сети, скажем так. Ой-ой-ой. Я пока поставлю на паузу, пока оно не раздуплится, интернет. Ну, как-то более-менее интернет раздуплился. Я эту страничку репостнуть ВКонтакте. Комплекты. Аппаратуры в аренду. Ну, к примеру, да? Какую-то картинку почетче. Да, вот так вот. Запостил, да? Есть. 200 секунды тому. Теперь накрутка мне нравится, да? Мне нравится. Ссылку на запись. Во-во-во. Убрать инструкцию. Убрать, 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 убрать. Старт. Оставайтесь в программе, чтобы функции обмена работали. За снятие лайков, удаление комментариев и отписку, от подписок штраф в виде снятия лимитов по обмену и невыполнению ваших заданий. Угу. А где эти лимиты? Как их посмотреть? Как узнать? Ну, допустим, ждем. Что-то вот все грузится, грузится. Пока ни одного лайка нет, ничего нету еще.
Я сейчас выбираю спам, я не знаю. Да, спам. Ну так что, какие-то лайки появятся? Нет, ничего не появляется. Короче, херня вообще мне не понравилась. И как-то... Ну, друзья, да, вроде набивает. Лайки нет. Как тут что-то, что делать? Не сильно разобрался, но... Нет, тут, короче, ничего такого. Лайки я таки не получил, да, ни одного. Да. Понятно, короче, все в топку. Да, выйти и удаляю ее нахрен, потому что какая-то она, ну, мне не понравилась, так что, да, может кому-то что-то где-то будет больше нравиться и так далее. Спасибо.